بدون غنى بس وسام ناستيل ان شاء الله ألف مبروك. وعن جد كثير مبسوط انه حسنت تكون معكم اليوم هون. شكرا على كل شيء، شكرا لاهلكم، وشكرا انه حسنت تكون معكم، وبتمنى لكم احلى حياة بالعالم. Дорогой Виссам, я думаю, у меня появился сын настоящий. Я думаю, ты будешь беречь Настеньку, и будете ваша любовь, которая у вас зародилась, это необыкновенная любовь. Девушки с такими взглядами нашей, с таким рвением к работе, к жизни, они не могут полюбить плохого парня, плохого мужчину. Значит, я приобрел сына. Ну, много слов вы будете слушать, как хранить любовь. А я бы вам пожелала любви на один день. С утра до вечера. Каждый день. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man? They say we murdered three. Strange things did happen here. No stranger would it be.
Для меня, для Ирины, для нашей семьи это вообще великолепный день. Мы в этот день, не хочу сказать, что мы отдаем сына, а хочу сказать, мы принимаем дочь. Я хочу уверить Настю, уверить твоих родителей, папу и маму, сестру, о том, что ты у нас будешь всегда желанна, ты всегда будешь у нас защищена мною и мамой. Для меня это очень большое событие, это огромная радость, огромная радость. И я надеюсь, что мы вместе будем переживать за наших детей, молиться за них. И нашими молитвами у них будет все замечательно, у них все будет хорошо, у них будет успех, здоровье, дети замечательные. И я в это верю абсолютно, все будет у нас хорошо, дай Бог.